Ребята, всем огромнейший приветик. Меня зовут Банчикс, и я рада, что ты попал на мой канал. И сегодня я буду открывать 9 вот таких вот океанских яичек. Так как у нас сейчас лето, и оно уже заканчивается, то я решила найти более похожие яйца, которые ассоциируются с летом, поэтому я выбрала океанские. И сегодня я буду открывать их 9 штучек. Поэтому перед просмотром обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк, переходи в телеграм-канал, так как там много интересного. Ну а перед началом давайте же узнаем, где же купить робуксы. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт Rubai.gg. На этом сайте вы можете купить робуксы по самому выгодному курсу. Например, 400 робуксов стоят 275 рублей. Rubai.gg имеет множество положительных отзывов, а это значит, им можно доверять. А еще на Rubai.gg вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 000 робуксов. Не упусти возможность принять участие, выиграть робуксы, выполнив простые условия для участия в нем. Купай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робуксов после оплаты, круглосуточная работа сайта – все это на Rubai.gg. Ссылка на сайт будет в описании. Итак, ребята, и первое яйцо уже захотела поесть, и легендарки отсюда выпадают такие, как осьминог и акулы, и мне будет очень интересно посмотреть, может ли вообще выпасть легендарка, так как, ну, легендарки здесь уже ценные, это акулы и осьминог, но мне выпал краб, ребята, это необычный питомец, ну, такое себе, честно говоря, конечно, да, не скат. Поэтому лучше, конечно, но все-таки, ну, блин, ну, такое себе, честно, прям вообще. Он еще и кушать захотел. Второе яичко хочет у меня попить, либо же на пианино поиграть. Но я решила, что все-таки пусть играет на пианино, хоть и это задание намного дольше. Ну, ладно, ничего страшного, подождем, я просто хочу, не знаю почему, просто чтобы оно выполнило последнее задание на пианино. И одно уже открывается, ребята, и это редкий питомец. Я уже вижу, это вот такой вот желтенький, вот такой вот редкий конек. Ну, честно, редкий питомец, ну, уже, конечно, лучше, но все равно, как бы, где наши легендарочки. Третье яичко по счету, и оно захотело покушать, и я его уже открываю. И смотрим, смотрим, кто же выпадает. Ребята, опять краб. Что такое? Какой краб? Опять краб. Уже повторки пошли. Не успела открывать яйца, как мне уже повторки. Но хотя бы выполняю такие задания. Посмотрите, я получила 500 вот таких вот звездочек. Не знаю, как они называются. И подскажите, пожалуйста, в комментариях, что это за зелье. Я просто не понимаю. Я сейчас их получила впервые. Подскажите, пожалуйста, что это за зелье. Что с ними нужно сделать. Ну, точнее, куда, короче, они деются, что делать. Просто я реально не понимаю, что с ними вообще делать нужно. Открываю уже четвертое яйцо. Пока что нам не особо везет. Ну, надеемся, конечно, на лучшее, хотя шансы тут очень маленькие на легендарку. Особенно, когда яйцо олд, вообще леди, считай, не выпадают. И, ребята, мне выпала почти легендарка. Это вот такая вот ультраредкая рыбка. Ее называют Немо, там клоун, да. Вот, ну, в общем, вот такая вот ультраредкая рыбка, прикольная. Не будем останавливаться, и у нас уже осталось 6, а нет, уже 5 яичек. И следующее яйцо захотело на кемпинг. Поэтому я сейчас положу его вот сюда вот, в синюю палатку, чтобы отсюда выпала акула, ну, такого же цвета. И спрячусь за дерево и буду ждать. Все, яичко открылось, и сейчас ко мне прибежит питомчик. И это, ребята, я уже вижу там надпись «Это дельфинчик». Необычный питомец. Он, конечно, очень красивый. Просто посмотрите, как он подходит мне под скин. Прям такой же голубенький, как я. Ну, прям вообще прикольно на самом деле. Это еще пока что не повторка. И, надеюсь, еще дельфинов не будет. А у меня уже остается 4 яичка. Так. Это яичко я открываю в ванной и посмотрим, кто уже выпадет отсюда. Яиц уже осталось совсем немножко.
И яйцо уже открывается, ребята, и из ваночки нам выпадает опять дельфин, ребята, опять необычный питомец. Что такое, почему одни повторки? Ну, дельфинчик, конечно, милый, прикольный, да, ребят, но нам уже выпало 2 краба, теперь 2 дельфина. Яиц и так мало, а мне еще выпадают повторки, ну, такое себе. Следующее янское яйцо мне захотела покушать, поэтому я сейчас его уже накормлю бутербродиком. И смотрим, кто же выпадает. И выпадают, ребята, и опять дельфин. 3-й раз подряд. Ребят, что это такое? Что за нападение дельфинов? Просто посмотрите, 3 раза подряд выпадает дельфин. Что это такое? Я открываю уже, наверное, предпоследнее яйцо или предпредпоследнее. И надеюсь, опять из ванны нам не выпадет дельфин. Конечно, хотелось бы, чтобы выпал не дельфин. И, ну да, ребят, если не дельфин, давайте еще краба. Уже 3-й раз краб. Просто посмотрите, ребят, 3 дельфина, 3 краба. И только 2 неповторки. Это просто жесть. И все, ребята, это последнее океанское яйцо. И смотрим, открываем, что же выпадет из последнего океанского яйца. И выпадает это стингрей. Это, короче, скатик. Ну, хотя бы не дельфин и не этот, как там его, я уже забыла, краб. Конечно, он комуновский, но все-таки хотя бы не повторка. Ну и в общем, ребята, все, это видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно не забывайте ставить лайк. Ну и всем я желаю удачи и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока!